Окей, значит, смотрите, вот какой лайфхак. Если вы играете на PlayStation точно так же, как и я, при помощи джойстика Logitech, то у вас по-любому возникает вот такая вот неприятная неприятность. Вы, значит, запускаете игру, нажимаете на кнопку, ну, типа как PS, только на ней написано Logitech, нажимаете, сука, нажимаете, она, блядь, не работает нихуя. Отлично, отлично. То есть из игры вы выйти не можете. И поэтому вам приходится нажимать ресет, перезагружать игру и все такое прочее. Так вот, если вы такой же счастливый обладатель телевизора Sony Bravia, блять, то у вас, значит, есть контроль по HDMI, и при помощи пульта вы можете нажать кнопку Home и... Хуяк! Вы можете управлять при помощи пульта своей сраной PlayStation и можете выйти из игры. Это самое главное. Выйти. Короче, я хуй знает, как ее выходить. Выйти из игры. Да. Есть!